Дима, я сейчас буду тебе рисовать картину на рождение. Это будет песок, это будет небо, это будет синий. А синее что будет? Синее самое главное? А помнишь, оно было в Хорватии не совсем синее, оно было чуть-чуть зеленое. Да. То мы его сделаем сине-зеленым, да? А какого будет цвета небо? Синего и белого. Синего и белого. А песок? Желтого. Хорошо, хорошо, отлично. И теперь это же небо можешь еще и теперь на море покрасить этой же красочкой. А мы потом добавим еще темнее чуть, и будет красиво. Хорошо, хорошо, прям море тоже так плотно-плотно море. А вот на песок уже не надо. Я вот это зарину. Это не страшно, мы потом... Смотри, голубое. Мы потом сделаем это красиво. Смотри, голубое как. Хорошо. Ничего, ничего, ты ее растирай, вот ту, которая есть, краска, ты ее хорошо-хорошо втирай. Ты ее так плотнее. Да, чуть-чуть не хватает, сейчас мы добавим этой синей краски. Давай ее под горизонт, вот под линию горизонта, которую мы нарисовали. Да, вот здесь, да-да-да. Только не заходи за линию. Вот так, да. Хорошо. Что? В Хорватии море, оно такое чуть зеленое, поэтому мы немножко добавим, да, зеленый. И вот этот низ, да-да-да, сюда к песку, прям зеленого. Вот так, хорошо, еще низ. Так, так, так. И теперь можно втирать его. Да, да, да. До песка. Нет, на песок не заходи, пожалуйста. Хорошо. Потом будет немножко желтого песка. Да, мы сейчас желтый песок. И, наверное, пена, когда море дает на песок, оно что получается? Такая пена на берегу, да? Это, а пену каким цветом мы сделаем? Синего. Нет, пена была белая. Mm-hmm. Помнишь? Аккуратно линия песка, линия земли. Желтый песок, да. Держи ее аккуратно. Да, хорошо. Зеленого не надо, не смешивай зеленым, это будет не так красиво. Ну ладно, мы потом подправим. Да, хорошо. Чуть-чуть зеленого, да? Да, хватит, хватит, больше зеленого туда не надо. Будет такое красивое море у нас выходит, да, пока что. Тебе нравится? Хорошо. Может чуть-чуть, да. Хорошо, прекрасно. Как самолет летел. Да, сильнее чуть. Там лак такой сильный. Давай мы его попробуем вот так. Вот так. И она тогда быстро высохнет. Ну расскажи, как тебе в целом получилась картина? А ты думаешь, Диме она понравится? И песок такой был красивый, и волны. Там были, ну мы были, помнишь, и на песочном пляже, и на каменном поле, разные.
Что? Помогать? Ну, короче, это сегодня утром. Прямо сегодня. Свежее, потому что вчера с дороги. Аня масляными красками нарисовала для Димы море, на котором она была, в городе Амиш. Чего себе? Да, вот вручай. Там, где сильные мазки, оно еще мы сушили специальным лаком итальянским. Красота какая! Да. Аня, иди сюда, дай тебя обниму. Ты же его всегда обнимаешь, а сегодня стесняется. Еще и нарядная такая, платье красивое. Она еще потрясающе пахнет. Да, натуральный масло. Себе переверни и прочитай, что написано сзади. Божечки! Вау. Там написано Аня, это Амиш. Анна Файн. Да, это ее хэштег. Амиша, Хорватия. Да. Наверное, Омиш. Омиш. Холст масло. Yeah. На день рождения Диме Сердачеву. Класс, красота. Еще логотипчик такой красивый. Это печать, да. Вообще. А вот.